Саундтрек к сериалу «Между небом и землей» презентовали накануне в Алматы. 15-серийная картина, напомню, была показана в эфире нашего телеканала. В романтической комедии снялись известные актеры Бибигуль Актан в главной роли и Ербулат Тогузаков. Сюжет ленты строится вокруг девушки, продвигающей цифровые технологии в ауле. Интересно, что саундтрек записал певец Кентал, который исполнил в сериале роль полицейского. Около месяца мы жили в ауле, когда шли съемки сериала. Для меня это тоже новый опыт. Думаю, неспроста мне доверили запись саундтрека, так как я снимался в ленте, был погружен в этот творческий процесс, знал все сюжетные линии героев, чувствовал их. Для меня это очень символично.